В зале музея размещено около 45 работ. Их представили 4 сочинских мастера. Михаил Нечаев в этой культуре относительно недавно предпочитает работать в стиле графики. На выставке он представил около 10 экспонатов. Эти работы представляют орнаменталику и геометричность, то есть простоту форм и линий. Мне очень важно, чтобы люди также восхищались простотой линий, как и я. Работы художников по телу можно увидеть не только на бумаге. Во время выставки, которая продлится до 14 апреля, набить себе татуировку смогут победители конкурсов. Они проводятся в соцсетях. Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классах. Вчера прошли лекции, сегодня еще презентация небольшого фильма будет про райдеров. Вот, и различные еще мини-конкурсы, общение, мастер-классы уже детально с каждым мастером. Также у нас будет представлен сегодня видео-арт вечером и работа диджеев. Посетить музей можно с часу дня до 8 вечера. Вход свободный. Всего же за этот год Центральный универсальный музей планирует провести около 50 выставок разных жанров. Так, например, 16 апреля откроется выставка современного и традиционного искусства. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.